Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Опять снимаю некоторое техническое видео. Это не лекция, это маленькое техническое видео для тех, кто хочет приобрести материалы для самостоятельной работы. Я хочу рассказать о том материале, который есть поподробнее. Во-первых, те, кто хочет справляться с темой вегетососудистой дистонии и паническими атаками, я бы хотел, чтобы вы ознакомились со всем бесплатным материалом. Их больше 120 лекций на этом самом канале. Снимаются не 4 года. Благодаря этому каналу огромное количество людей, а скоро уже будет 1 000 000 просмотров, смогли понять, что такое панические атаки, что такое вегетососудистая дисфункция, что такое внутренние конфликты, неврозы. Огромное, я уже даже не сосчитаю, сотни тысяч людей с этой темой справились благодаря только бесплатным материалам. Я хочу сейчас тебе рассказать о том, что такое на сайте под названием «платный контент». Я провожу вебинары, как правило, раз в месяц, раз в 2 месяца, посвященные каждой теме в отдельности. Это вебинар, это лекция онлайн, которая идет 3 часа. Их уже было 10. И они были записаны, и ты можешь их посмотреть. Чтобы посмотреть копию каждого вебинара, ты можешь оплатить каждую копию в отдельности или оплатить блоком. Я рекомендую тебе блоком. Во-первых, это сэкономит 5000 рублей сразу. А во-вторых, я тебе так скажу, 10 тем, которые там есть, их желательно... Я охрип, я сегодня весь день просто лекцию вел. 6 часов говорил, поэтому это... Я прости, прости, я охрип немножко. 10 тем, которые тебе нужно знать, они будут идти в правильном порядке, если ты купишь сразу целый блок вебинаров. Поэтому лучше возьми блок. Хочешь, возьми по отдельности. Возьми первый вебинар, например, работу с симптомом. А потом, если тебе понравится сам подход, возьми все оставшееся. Итак, давайте я перечислю темы, которые есть. Я расскажу про каждую тему в отдельности, окей? Потому что ты смотришь на это 10 тем, а потом тебе еще DVD, ты вообще не понимаешь, что есть везде, да, окей? Итак, первая тема – работа с симптомом, вебинар. Этот вебинар идет 3 часа. Это практически упражнение для работы с панической атакой, со страхом передвигаться самостоятельно и с вегетативными реакциями. Там представлены и концепция, и упражнения, которые ты должен делать на улице самостоятельно. С панической атакой, как справиться и как справиться с агорафобией. Там план действий есть конкретный. Работа с мыслями и эмоциями. Это вебинар о когнитивном подходе к тому, как образуются эмоции и как мы с ними работаем. Тоже очень интересно. Но я бы тебе рекомендовал этот вебинар покупать, если он у тебя будет идти в блоке. То есть отдельно ты его не поймешь, он должен идти блоком. Отдельно его не покупай. Покупай его, если будешь его смотреть, то смотри его в блоке. Следующий вебинар – работа с социофобией. Это хороший вебинар, практически можешь купить его один, если у тебя очень сильная проблема с сомнением окружающих людей, где ты боишься, что подумают о тебя другие, если что-то. Поэтому ты можешь его купить один, он может хорошо работать, там практически упражнения тоже есть, либо смотри его тоже в блоке. А вебинар ОКР или обсессивно-компульсивное расстройство – это очень важный вебинар для тех, кто боится убить кого-то, сойти с ума, причинить кому-то вред или беспокойство, стать геем или стать лесбиянкой или быть загрязненным, или имеет какие-то ритуалы проверки света, звука, утюга, возвращается домой, ручки. Вот это очень важный вебинар, покупая его как отдельно, так и в блоке. Очень хорошее 3-часовое практически видео. Вебинар «Детство и неврозы. Тактика терапии». Это 10-й вебинар. Я считаю его одним из самых удачных в моей карьере, потому что он отвечает на вопрос о том, как связаны детские отношения и как связаны наши неврозы и наши симптомы. Я охрип и даже говорить не могу. Это очень важный момент, потому что в этом вебинаре ты поймешь, почему именно ты имеешь такую проблему и как она выглядит, и как она образовывается, что с этим делать и как. Очень важный вебинар детства, 10-й он.
Дальше работа с сексуальными темами. Это тоже очень важная тема, касаемо почему мы влюбляемся, почему нам больно расставаться, как связана фрейдистская концепция дочери и отца, матери и сына, и о некоторых сексуальных аспектах в том числе тоже, о том, как мы выбираем парня и девочку, почему мы увязываемся, что такое любовь. Это очень интересный вебинар. Он был в 2013, по-моему, году одним из самых популярных из всех. Дальше, работа с депрессией. Ой, супер. История про то, где у нас есть депрессия, и то, как там представлена концепция разукрашка, о том, как выглядит депрессия, как мы принимаем решение видеть депрессию. Там есть упражнения, там есть практика. Этот вебинар очень многим помог посмотреть на свою депрессию и вообще на свою жизнь по-другому. Тоже тебе его рекомендую. Поиск, анализ внутреннего конфликта, их два. Один в семейных отношениях, один в профессиональной сфере. Ой, жесть. Это профессиональное. Когда говоришь по 6, по 7 часов. Эти... Sorry. Эти два вебинара про поиск внутреннего конфликта в профессиональной и семейной сфере – это вебинары с примерами, где представлены несколько клиентов о том, как их симптомы, и о том, как внутренний конфликт выглядит либо в профессиональной, либо в семейной сфере. Старайся эти два вебинара не покупать отдельно, смотри их в комплексе. Вот, это вот эти 10 вебинаров. Я тебе искренне рекомендую, если ты хочешь работать как с симптомами, так и со всем неврозом, возьми их 10. 10 вебинаров стоит 3500, раздели их на 10, 350 рублей. Одна лекция. Я думаю, что это ничто для того материала, который там есть. Вот серьезно. И вот если ты эти 10 вебинаров посмотришь, ты поймешь, что это действительно очень доступно. Теперь же такое DVD. DVD... Это сборник из DVD-дисков, где... Сейчас я тебе покажу. Это сборник из DVD-дисков, их 4. Они вот соединены вместе. На этом диске... Техники о работе. Это не вебинары, это отдельные записи в студии «История» записанная. Там два DVD-диска, тут работа с симптомами и с вегетососудистой дистонией, там же внутрипечатная методичка с упражнениями. И второе DVD, тут тоже их два, это работа «Поиск, анализ внутреннего конфликта и когнитивная терапия управления эмоциями». Это присылается тебе лично курьером по Российской Федерации. Плюс к этому ты получаешь автоматически все 10 вебинаров, о которых я тебе сейчас говорил, сразу при оплате этого продукта. 10 вебинаров без DVD-диска стоят 3500, и они высылаются тебе сразу на электронную почту при оплате. А этот продукт, то есть DVD с печатными методичками плюс вебинар, что стоит 6500 вместе с доставкой по территории Российской Федерации. Соответственно, 3500, то есть если хочешь, вот это 3, а вебинары 3500. В идеале, конечно, все вместе. Если ты возьмешь это все вместе, то ты получишь комплексный подход на десятки часов. То есть вебинары это 30, и тут еще 30. Это еще печатные методички здесь. Соответственно, от панических атак, от агорафобии до депрессии, ОКР и работы с когнитивной терапией у тебя все это будет за 6500. Это очень доступно. Если ты сначала возьмешь вебинары, а затем захочешь DVD, тебе это будет очень дорого. Поэтому ты можешь взять один вебинар, например, работа с симптомом, или работа с ОКР, или детство и невроз, да, посмотреть его один, потратить 850 рублей, и если ты говоришь, да, действительно, парень дело говорит, это про меня, и мне интересно, возьми, оплати все вместе, я доставлю тебе лично в руки твой диск, твои диски, и вебинары получишь дальше смотреть. Либо покупай по отдельности вебинары, но DVD я не продаю без блока с вебинарами, потому что я считаю, что только этих DVD недостаточно. Нужно и DVD, и тот материал, который там, и те 10 тем, которые у тебя есть в вебинарах. Понятно? Как
как оплатить и как доставить. Очень просто, есть два способа. Есть карты Visa, MasterCard, ты ими можешь воспользоваться через сайт, да, там, где ссылки на покупку. Также можешь посмотреть инструкцию, то есть картами можно купить, либо можно пойти ножками в банк и платежкой. Если ты оплатил платежкой 6500, ты должен обязательно поставить меня в известность. Сделай это так. Сначала тебе нужно мне написать, желательно ВКонтакте, потому что электронная почта переполнена. Напиши ВКонтакте о том, что я бы хотела оплатить банковским переводом DVD, там, сборник этот, да? И я тебе скажу, да, окей, потому что если ты оплатишь в банке, я не получу сразу твоих данных. Город, телефон. Мне надо, чтобы ты мне потом это выслала, понимаешь? То есть я не узнаю, что ты оплатила. Поэтому может быть так, что человек в банке оплатил и сидит, ждет. А как я узнаю, что это ты, куда доставлять? Банк же не пришлет мне эту информацию. Соответственно, тебе надо поставить меня в известность. Лучше напиши ВКонтакте. Я оплатила блок. Вот мой адрес, вот мой телефон, я жду. И я тебе сразу отправляю DVD, эти самые вебинары, и на твой адрес курьер доставит в пакете, запечатанном тебе эти диски. Итак, либо картами. Картами вообще очень удобно. Там сразу прописываешь адрес, обязательно телефон, обязательно адрес, и тебе это выезжает, да, в рабочие дни. Если хочешь банковской платежкой, сохрани банковскую платежку обязательно. И сохраните письма о подтверждении оплаты, если вы оплачивали Visa MasterCard. Всякое там бывает, редко, но бывает, когда у них система глючит, и я не получаю отчет о оплате. Особенно часто глючит Kiwi. То есть, если вы оплачиваете Kiwi, то я вижу заказ, но я подтверждение об оплате Kiwi присылает через несколько дней. Я его могу не увидеть или не понять, к чему это. Поэтому старайтесь все-таки оплачивать Visa и MasterCard, а не с помощью Kiwi. Так проще. То есть старайтесь. Но если уж вы хотите использовать Kiwi терминал, то без проблем просто отнеситесь к этому повнимательнее. Окей? Спасибо. Этот материал действительно поможет вам изменить ваше отношение не только к вашим симптомам и справиться с ними, но и изменит в целом подход к вашей жизни и к вашим результатом. Ну, смотрите мои предыдущие ролики, это просто технический материал о том, как его купить. Спасибо.